Всем привет, друзья! Приветствую вас на канале Money Brotherhood, и сегодня у нас новый ролик по проекту Razer Network. Сегодня, ребята, мы разберем все запуски узла. Конечно, уже была об этом информация, но сегодня я сделал маленькое дополнение. Также их список контроля доступа и разберем, какие перспективы проект на данный момент дал нам уже сейчас. Ну, то есть, какие уже изменения были. Поэтому заранее попрошу вас поставить лайк данному видео. Итак, ребята, вот таким образом выглядит страница про запуск узла. Здесь вы можете прочитать про монтаж, про команды. Все команды вы можете копировать автоматически. Здесь вот все это показано. Вот я вам показываю. То есть все это легко делается на примере. Вот таким образом, ребята, выглядит у них список контроля доступа. У них типы доступа такие, как узел, особый узел, клиент, внутренний и роль мудрый. Вот у них показаны их, конечно же, доступы, то есть узел кто угодно, не различается, кто угодно идентифицирован на это, кто-нибудь, внутренний только родительский и так далее, то есть тут изучите сами. А функциональный обзор Job Manager Solo у них такой, что Create Job — это клиент, выполнить работу — Job Confirmer. Вот у них идет блок Manager Solo. Функция предлагать особый узел, give sort — это особый узел, спросить сбор — особый узел. Вот, и тут расписываются эти все команды. Вы можете изучить, также будет показана тут роль их держателей и схема, как она выглядит. Видим, что по центру у нас блок конфирмер, идет блок менеджер. Вот менеджер также до него идет, и также идет до стейк модифера и стейк актив тип дата. После чего идет стейк менеджер и, естественно, job manager. Вот, то есть рабочий менеджер. Со всем этим здесь вы можете без проблем ознакомиться. Вот это и есть роли их держателей, то есть тут они и проходят. Вот это все оглавление, вы тут можете вот так вот и просмотреть. То есть это схема, это роли держателей. Картинку можете копировать легко, то есть она дается под копирование, сохранять картинку. Вы можете, если захотите, то есть все на ваше усмотрение. Это сделать тут достаточно просто. Вот, ребята, также рекомендую вам ознакомиться здесь с самим вступлением и посмотреть мои прошлые ролики про это. Тут есть также вот про монтаж команды, то есть все вы можете здесь ознакомиться. И также, ребята, сейчас мы вот увидим, что цена Razer на данный момент почти 7 центов, пошел немножко рост, ну, по сравнению с тем падением это почти ничего. Я вам хочу напомнить, что Razer на данный момент работает на бирже Gate, на бирже ME. XC, то есть не перепутайте, на Balancer, на OneVinch Exchange. Вот, ну я вам назову только популярные, остальные не буду называть, так как только на этих можно хорошо торговать. Вот, так что можем следить также за Razer вот здесь. Это, в принципе, тоже довольно разумно. И также, ребята, я хочу вам напомнить про их Telegram-сообщество. Вот сейчас мы в него можем попасть. Вот, Razer Network. Я вам рекомендую здесь подписаться на него. Они здесь выкладывают новости по АМА проектам. Вот, если вы захотите в закреп, можно увидеть, тут АМА проводят они. Всякие конкурсы, ну, еще они просто общаются. Вы можете, в принципе, любой вопрос задать по Razer. С каким-то, может, ответы вы получите. Может, что-то вам скинут разработчики и так далее. То есть, это довольно интересно. Вот такой у нас вышел ролик, ребята, по проекту Razer Network. Я надеюсь, видео было информативным, полезным. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.